я тут зашел, на Таусон Роуд нашел такую вот палаточку, где сидит дедушка и лечит вот людям нервы, позвоночники. Вот сейчас попробую тоже. Ценник вот у него тут такой, 60 минут 500 бат. В общем, я решил попробовать. Думаю, вот вместо массажа как раз. Массаж мне уже не вставляет, а вот это я попробую. Да, это мы попробуем. Бенджакити парк. You know Бенджакити парк? Бенджакити парк. Lumini Park, Lumini, you know. Lumini Park, yeah. But next park, Benjakiti. I need Benjakiti Park. Malconon, Hong Tai Lun. Hong Tai Lun. Тебе надо навигатор такой, понимаешь, вот поставить, как вот с этим. Как у Сталина было тут, как говорит. Comedy Club. Левитан. Поверните налево. Поверните направо. Long way. Центр Эмбасси. Ох ты какая. Красавец. Или красотка. Порше, это она или он? Воронок ты или нет, приезжай на Пхукет. Если ты воронок, приезжай к нам в Бангкок. Погулять по Бангкоку, на самом деле, очень интересно, поэтому всем рекомендую, кто не был. Сами даже вот эти вечерние прогулки по городу. Прикольно, такое, сити прям подсвечивается. Ну, это вот именно центр. Ну и храмовые комплексы, в принципе. На три дня даже программа будет точно обеспечена. Ё-моё, там еще елочка. Большая елочка. Этажное здание, я думаю, будет. Вот все-таки китайцев гораздо больше, чем других. Подавляющее абсолютно большинство, то есть процентов там, наверное, 80, это все тайцы гуляют, да? Чего не скажешь о Москве. Ничего не имею против Кавказа и остальных наций. Но речь идет о том, что нас изживают.
что русских становится мало. В России, в Москве должно быть больше, чем других наций, а получается как-то наоборот. Так, ну что, пойдем посмотрим. Возьмем автобус. Надо проверить. Блин, слишком новый автобус. Тут есть такие старые. Ну ладно. Тут новый. Тут есть деревянные. Хотел проверить. Короче, деревянные автобусы. Такие старые здесь ходят. Носок, how much? Is that enough? Носок. Ковбой стрит, Сои Ковбой, это, короче, какая-то улица. Ну, короче, как от слова ковбой, так оно и пишется. Сои Ковбой. Ну, вот они, цыпочки ходят. Я вас снимаю, пока буду ехать, я буду снимать. Вон они, она я. Шалавы. Мама увидит тебя. Мама боится, что увидит тебя, прячется. Чего они боятся, я не могу понять. Что изменится в их жизни, да, если их увидит кто-то на видео, в Ютубе, допустим, или где? Ни хрена ничего не изменится. Вместо того, чтобы думать, что изменить в своей жизни, да, они думают, что на видео где-то кто-то увидит. И это как-то повлияет. Так, ну что, вот я быстренько прошел ее, она маленькая, совсем улица.
улочка такая, совсем никакая. Это гараж в торговом центре Бангкока. Icon Siam. Смотрите, какие тачки. Вот он, Таиланд, бля. Неплохо, неплохо. Так, короче, чё, иду я смотреть себе кроссовки Nike Air Max. Вот такие магазины, тут есть GD сеть. Пишет, что оригиналы продают, посмотрим. Так. $300. Так, ну я хочу полностью, чтобы кожаные были. Есть такие интересные? Нет. Нет, не то. Вот, а, офигенные кроссовочки. Модель прям просто идеальная. Air Max. Женские как бы, но они как унисекс идут. Стоят 5400, блин. Пипец. Есть просто белые, вот они стоят 2300. Бат. Последние, так сказать, минуты солнца, которые я еще успею зацепить, лучики, да, так сказать, ощутить на теле. Вот я решил провести в этом парке. Как он называется? Это следующий после Лумпини. Забыл название. Рядом с Лумпини, который находится большой, еще больше, чем он. Вот такой вот красивенький, высаженный весь. Так, пойду-ка я на ту сторону, там хотя бы лучи. А, ну вот, оказывается, еще тут побегать можно. В общем-то, много в Бангкоке мест интересных. Успел я себе зацепить кроссовочки Air Max. Так, ну что, солнышко.
Вот оно, крайнее солнышко в этом отпуске, в этом путешествии, так сказать, которое я успеваю зацепить. А, где-то посидеть, что ли, здесь. Да, сейчас вот здесь я сяду и буду кайфовать. Хотя можно и пройтись. Да я пройдусь, наверное, все-таки. Короче, я сегодня целый день ничего практически не жрал. С утра только позавтракал. Потому что искал эти кроссовки. Вот так, как говорится. Как мне кажется, мне дали первый класс. Места свободные. И я смотрю. Нигде такого нету. Вот у меня почему-то свободные. Все остальные. Никто не сел. Такое ощущение, что мне специально выделили. Сначала подумал, потому что я русский, может быть. А потом вспомнил, что девочке сказал, которая сидела на регистрации, «Савадика!» Долго так протянул прям. Может быть, из-за этого. Мне кажется, это повлияло. Короче, первый класс. Лежачие места.